Главным вопросом на повестке дня пятого заседания Рассказовского городского совета народных депутатов был бюджет города на 2016 год. Рассматривался и ряд других вопросов, которые касались муниципальной собственности города. Началось заседание с вручения почетных грамот. Их получили те, кто оказывал помощь специальным службам в ходе практических мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению гуманитарных акций. Были отмечены Лидия Гурова, Андрей Дрыкин и Владимир Жабин. Лишних, так сказать, обсуждений человек, когда потребовалось, в первом конвое, который мы отправляли в марте месяце, без всяких разговоров оказал техническую помощь и поддержку для организации конвоя. И мы отправили его четко по графику, как полагается. Спасибо. Спасибо. Сергей Свистунов объявил о предложении, которое было вынесено депутатами городского совета на рассмотрение главы города. На 2016 год депутатами было внесено предложение по очистке реки Аженка, изыскать внебюджетные средства путем привлечения спонсоров, сбора средств с населения, вхождения в целевые программы. Просим вас рассмотреть данное предложение и принять его к исполнению. Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете Рассказово на 2016 год, источниками роста налогового потенциала должны стать дальнейшее развитие экономики города, эффективное использование муниципального имущества. 17-й пункт решения касается предоставления субсидий. Предлагается предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными автономными бюджетными учреждениями. Основными направлениями налоговой политики города в 2016-2018 годах являются сохранение устойчивости бюджета города посредством получения необходимого объема бюджетных доходов и поддержка инвестиционной привлекательности города. Согласно итоговому документу рекомендаций, прогнозируемый объем доходов бюджета на 2016 год составит 457 миллионов 868 тысяч рублей. Объем расходов составит 459 миллионов 270 тысяч рублей. Юрий Ценин, Максим Соколинский, новости ТВ Рассказово.